Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К House. Автор карты Upgrade Your Army понял, что она слишком сложная и сделал карту Upgrade Your Heroes. То есть теперь все стало проще, у вас есть 5 героев под управлением, и вы тащите. Или не тащите. А что он сделал менее понятный? Кстати, да, он... Я прочитал гайд от него, и, наверное, мы его сейчас даже на экран запостим. Очень понятный гайд. Ай, блин, только у меня, правда, не все три типа героев есть. Я что-то зафейлил. Ну ладно, у меня два с блоком и два хиллера. Я беру всех одинаковых. Если вы понимаете, как... А, да, песок такой, у меня у всех героев стан, а он просто взял 5 одинаковых. Да. Ну, я не готов запоминать 150 обилок, у каждого героя своя. Я не настолько умный. Еще с нами два Тосфорса. Есть настоящий Тосфорс. А есть сигдач. Это слишком сложно. Или два сигдача. Китайская версия. Второй пиклижар сегодня не пришел. Не, первый пиклижар. Да, у нас разные люди путают друг друга, вообще все в конфе. Только я всех узнаю. Единственное, я один раз путал сигдача с Тосфорсом. Но потом сигдач сказал что-то типа Г, и я понял, блин, нет, это не Тосфорс. Да. Тосфорс Г не трогает. Так, здесь, короче, получается, у нас 5 героев, они качаются. Чтобы сделать второй левел, надо получить второй уровень героем, и надо, получается, еще в лесопилке, ну, качнуть двоечку. Вот, и потом у каждого будет на выбор 3 пути развития. То есть, получается, выборов эволюции здесь до чертища. В принципе, как в карте эволюции. Вообще, эволюция очень крутая механика, жалко, что вот по ней всего 2 карты. Одна из них Darwin Island, не очень играбельная. Мне же еще так Evolution. А еще мне не дают галочку в ВК новую. Говорят, что вам не нужна верификация. Это так они как бы тактично намекают, что я ноунейм. Да, тактично намекают, что ты недостоин. Да, не продлили мне спустя год. Так, я, кстати, этот пошел точку захватывать. Посмотрим, чем все закончится. Вот эти вот ребятки с блоком, они реально кажется, что прикольные. Но у них атаки не так много. То есть я вот буду толстым, но без дэмэджа. Не знаю, насколько это эффективно будет. Че, кто уже второй уровень, рассказывайте? У С5-го, прикинь. Так. Че, реально, песок, ты второй левел уже? Ты используешь, я понять не могу. Ну, я же вторую точку еле-еле забрал. Как ты второй левел вообще? Я третью только забрал. Слабая сторона этого автора — это баланс. Вон, я просто с самого начала бегу, ломаю точки как могу, и я все еще не второй левел. Как-то нечестно. Я не половина второго уровня. Я просто слил одного героя, он не получал экспу, поэтому, может, так вышло. Ну, правда, ну да, но если герой сдох, он же не дамажит, тут, в принципе, скорость-то... Это будет читы, надоел. У меня, конечно, один хиллеры чит. Есть, может быть, из-за того, что хиллеры не атакуют, типа, а иногда хиляют, может быть, поэтому. Еще один чит, и тебя забанит. Какой ты жестокий. Так, все, хиляйте. О, ура, я могу стать тяжелым орком. Потолстевшим, так сказать. Да, давай говорить на фамилию жирным орком. Ну тут сказано тяжело. А есть еще первый герой, получается, ну, на F1 герой, у него ауры качаются, но это, в принципе, это еще со старых времен. Вообще, идея, кажется, что прикольная, не знаю, насколько в реализации будет. То есть мы сейчас запустили, потестило, выкинуло 2 человек. Вот. Так, все, второй левел. То есть я могу сказать... 2 Тосфорсов выкинуло, да. Я согласен. А, 2 Тосфорсов, да, реально. Я согласен с песком, нафиг делать разных. Я вот сейчас сделал разных. Ты сначала говоришь, что ты контролить не хочешь, а потом берешь и контролишь. Я посмотрел, у них у всех на ку нюк. Как бы тут сильно думать не надо когда. Так, я возьму 3 чуваков с блоком, чтобы они нормально блочили. Так, я точку захватил. Надеюсь, я молодец. Еще на карте есть супер сильный центр, который, ну, фиг заберешь, в общем. Так, сейчас второй левел, я сейчас, соответственно, буду сильно быстрее качаться, и сейчас надо будет сделать тир 2 для того, чтобы качнуть 3 левел. О, феникс есть. Найс! Не знаете, где вообще точки находятся? Я не понимаю. Ух, ё-моё! Так их видно, да, в тумане войны. А как их видно? Как видно? Ну, точки контрольные. А, я понял, у меня опять эта фигня включена с... Со спасением моего зрения. Ладно, его уже не спасти, отрубаю к чертовой бабушке. А где она, блин? А вот. Disable for... Все, за час мы должны... Просто когда вот эта фигня включена, экран желтый, вообще ни черта не видно. Я помню, когда с кем-то, по-моему, со смертником играл вампиров, думаю, блин, я что, совсем ослеп?
а просто, ну, вот эта штука, когда включена, вообще в тумане ничего не видно. Так, у меня, кстати, тоже есть чувачок, у него есть стан и вызов Феникса. Вызов Феникса? Опа, конечно, наверное. Ну, а Феникс может быть слабенький, а не 200 тысяч хп или 200 тысяч урона. Ну, у него 86 хп и 25 дэмэджа, ну, в принципе, неплохо. Это круто. Да, мать моя жечь! Я нашел точку. Я больше туда не хочу. Я вот третью точку сейчас захватываю. Блин, так хорошо, вообще все видно. А самое забавное, что зрителям-то в видосе все одинаково, потому что эта штука чисто на монитор влияет. Поэтому они такие, типа, Вадим, что поменялось? Я нашел верфь. Оказывается, тут надо больше контроля, чем я. Рядом с базой ты убираешь. Ну, типа, я не обращал внимания. Так, о, кстати, второй левел я получил. Можно качнуть ауру какую-нибудь. Восстановление СД... А, тут не обязательно ауру. Вражеским юнитом, е-мое. Ну что, попробовать наглеть да забрать сильный кэмп? Давай. Ау. Ой, у него 39 урона, нифига себе, сказал я себе. Ну, магического. По моим бугаямчикам, тяжелым оркам. О, 10 приятных предметов 5 уровня, это, кстати, актуально. То, что автор хотел развивать и клевые айтемы, и юнитов. Мне кажется, что это перебор, и вот мне кажется, что, в принципе, правильное решение, что сейчас у него, ну, либо то, в общем. Ну, то есть, есть... О, я вижу, кстати, сигдача. Ничего себе. Можно, конечно, подраться. Сигдач просто... Немножко в тяжелых бугаях залез, стал жирным. Там ты себя видишь? Я вообще никого не вижу. Друзья, уже не первый раз слышу от подписчиков, которые смотрят почти все ролики и часто комментируют их, что им просто перестали показывать мои видео в рекомендациях и на главной странице. Либо показывают, но на дне. И это полный маразм, но еще больший маразм то, что менеджер партнерки на серьезных щах мне говорит попросить подписчиков отписаться от канала и подписаться снова и прожать колокольчик. Это, конечно, очень странно, но если не сложно, пожалуйста, сделайте это. Игра опять дает намёк, что-то четвёртый, в смысле, взял? Я третий. Да, Дюма, учитель, тебе же говорю. Песок 4, это вообще бешеный. Ну, у него, это, да, читы на опыт. Давайте песка как-нибудь зададосим там, а то что-то... Зарешаем ему. У меня всего лишь 4 героя четвёртого, да. Так как... У меня тут уже входит. Ну да, у меня как бы чуть больше героев, но, знаешь, мне кажется, уровень чуть решает больше. Не знаю точно. Я нашёл Тос Форкс, но он сразу меня кикает, поглядите на него. Пойдут. Меня всегда пытается точку отобрать, гад. Я тут берусь. Я отобрал. А, ты еще и отобрал? Ребят, ребят. Блин, у меня всего один хиллер, это, наверное, проблема. Че ты хочешь сказать, песок, пока... Я хочу ругать автора карты. Что случилось? У героя главного есть цепь молнии, которая наносит 400 урона 6 целям. Я думаю, давайте лучше это не использовать. А, слушай, я тоже качнул нюк. Да, я предлагаю нюки вообще нафиг не юзать. Я вот тоже качнул, но, блин, это реально. Какой-то. У меня что взрыв там тоже огромный. И, кстати, я ему жаловался, что, блин, его спылы вообще какие-то неадекватные. И еще, я помню, раньше в старых версиях он такой, типа, да все нормально вроде, там у одной расы нюк, а у второй расы поднять в воздух врагов, типа. Ну, примерно... Да. Примерно по силе одно и то же так-то. Ну, давайте, типа, можно использовать для фарма кемпов, но нельзя против... А, герои, точно, для фарма кемпов же можно использовать. Блин, точно, да, а да, то, да, да. Давайте. А то выйдет вообще как-то тупо, ну, типа, не... Нафиг тогда не качала, я только на кемп тяжелый полез. У меня скилл. Подождите, а как быстро ман регенерится у героя, кто-нибудь подскажет? Довольно резво, на самом деле. Да, не, я бы не сказал, нормально регенерится. Я смог. Смотря на героя, наверное. Зависит от расы, героя и так далее, наверное. Не, я имел в виду тот, который, типа, полубог или что там, сидит в жопе. Камень, его. Ну, где-то единичка в секунду. Что-то мне кажется, еще вот эти ауры, которые от героя, они тоже кеймбовые. КП реген там по 100%, по 200%. Ну, это фигня. Так это фигня, одна единичка в секунду будет 2 в секунду. Ну да. Вот как бы убить всех юнитов врага, это достаточно сильно. Ну да. Ну да. Забывают включить эту сетку. Блин, что-то у меня тут все вокруг, и песок, и сигдач, алло. Задонуйтесь там как-нибудь сами. Кусочек достал. Ну как же долго качать четвертый уровень? Вы уже четвертый, правда? Я почти. Мне кажется, я плохо подрал. Ну как-то да. Мне кажется, тут драться вообще плохая идея. Ну да. Получается этот, что тема в том, что, ну, если у тебя меньше героев, но они сильнее, ты просто быстрее опыт получаешь. Имба какая-то.
Да не, не, у меня 5 героев, у меня просто один был мертвый какое-то время. Вот он был недогрыженный. О, наконец-то могу апнуться, у меня этап 3 только сейчас закончился, оказывается. Надо. О, блин, кстати, мана довольно быстро заканчивается из позитивных новостей. Ну, все равно это. Зать, да. Блин, а вот меня, да. Я только хотел автора похвалить, что типа КВЕ, прикольно, что спылы КВЕ, но у меня, короче, первый спыл Q, а второй А. Ой, кстати, нет. Получается, если этот чувак еще выделен, то вообще отстой, потому что вместо атаки он будет спэм. А, так я всегда чем сжимаю тоже, что ли? Ой, ну да. Моя у тебя. Я понял. Слышь, давай, ты у меня ты большой отнимаешь, блин. О, четвертый левел, ладно, но здесь у меня только один вариант развития. Я там уже... Это небольшая точка, это средняя. Ну да, на четвертом левеле там уже нет выбора. Я думал, что это да, типа левеле. Что-то мне кажется, мы все запанились карты. А, ну значит, на 6. А, ну да, кстати. Тут как, интересно, равномерно или не особо? Ого, тут кто-то сильный. Ой, давай не будем. Ой, тут еще кто-то есть, ё-моё. Какой тут рейндж башни вообще? А у них безумный рейндж. Центр кто-нибудь ходил, кстати? Ну, под базой просто воевать это такое. А вообще нельзя воевать под базой, в этом и смысл. Антипуш, как я понял. Блин, я не понимаю, я, короче, взял юнита, который воскрешает мертвых. Лежит 4 трупа, воскрешается герои. Один. Ну да, кстати, я тоже брал, что-то ничего себе песок жесткий. Ну да. Просто а что этими нюками закидал, и все, и привет. Мои точки пришел, забирают, как бы, чё. Ну, ты как-то... А, и ты пришел уже. Не, ну... Конечно. Я чувствую, что я какую-то точку, может, возле базы не вижу. Не знаю, как-то, печально. Просто мои герои отвалились, да. Того я чуть качнул. Потому что у меня 6-й левел, у тебя 4-й был. Еще никого, кроме мурлоков, нет, что ли, я понял. Фига себе 6-й левел у песка, это что такое? Ну он одними, теми, одними юнитами играет. Нет, нет, у меня все разные. И все дальники. Ну, все дальники, но разные. Похожие, да. А у меня... А, ну я помню, да, в этой карте еще была проблема с миличниками и дальниками, что особо ну нету штрафов на ренджей, поэтому лучше играть тупо ренджами. Ну я не знаю, у меня орки вообще рубят так, что ренджи порубят на куски, я думаю. Мы пошли по вот поди с песком поговори с Песок, где же? Какой у тебя уровень песок? С тебя 5-й у него. А, ну тогда ясно. Ну, кстати, на песком нельзя эволюционировать. Здесь, в принципе, я так понял, золото не супер ва... А, ну золото на айтемы же можно тратить. Песок 6-го уровня, играть можно на этапы грейдов, по идее. Или грейды не важны? Ну они мне очень нужны уже. Ну типа ты левел получаешь дольше, чем пройдешь. Ну да, 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 то есть в этом плане пофиг. Блин, а где вообще что-нибудь сильное? Нет, а без этапа можно типа прогрейдить? Окей, что-то сильное. Или нет? Ну, без этапа это... нельзя. Ну как нельзя. Бы. Просто я уже как бы там следующий этап могу начать делать, хотя я еще не достиг этого. Героями сами. Сами. Нет, убегай! Убегай, чувак! Блин, я сдох. Вот зачем мы подрались, блин, друг другу по юниту убили и разбежались. Ну и экспу дают хорошо, хорошую за героев. Стоп, а кого ты мне убил? Ты меня никого не убил. А, я тебя не убил того чувака? Ты меня никого не убил вроде бы. Вроде там один был очень лоу хп, я не знаю как там. Ну, возможно, какой-то из сумонов. Не, герой. Ну не знаю, может ты его отхилял, конечно, или ты его увел. Не, здесь... у меня все живы, все пятеро живы. Ничего себе, ну ты про геймер, блин. Тогда тем более нет смысла драться. Потому что я слил. Блин, да что такое? Тут всегда, че, там песок. А, то есть тут что-то, часть комплекта воина, часть комплекта вампира. Тут вообще песок. Валим нафиг. Все, деритесь друг с другом, гады. Песок, давай, гаси его. Часть комплекта вампира. Точку мою не трогайте и... Что там шеп? Я позволю вам жить, да? Откуда у тебя 6-й уже левел? Нихрена себе. Они уже давным-давно. А, ну я понял, тут балансы в плане того, что они 34-го, 6-го там просто разносят. Даже тремя юнитами могут отнести. Мне так нравится внимательность нашей конфы. Ну да. Не, идея, короче, крутая, но надо балансить, иначе беда. Мне кажется, я знаю, короче, я понял, как он прокачался так быстро. Но я вам не буду говорить, потому что вы тоже начнете это делать. Да, мне вообще ничего не останется. Я не знаю, как я прокачался так быстро, расскажи. Ну, знаешь. Не хочу. А может скажет? Тут нифига себе он разносит, блин. Ребят, уходим. Способ раскачаться быстрее, чем другие.
Подумайте, вы сразу все поймете. В мид просто зарашили. Ну как-то так. Не совсем в мид. Не знаю. Ну, получается, что... Есть еще один ответ, кроме как зарашить в мид. Не, я думаю, мид так просто тут не зарашит. Я тут посмотрел. Да. Ну да, наверное, он сильный. Жестко. Ну да, да. Ну, получается, смотри, второй тир, точнее, вот, подумать, четвертый от шестого, там у них в два раза больше урона, в два раза больше ТП. Я пятый хоть наконец получил уже что-то, но я вообще без денег сижу. Но с другой стороны, вроде как, блин, я следующий тир уже качнул, и его еще, ну, герои у меня еще не апнулись, так что... У него был предмет прикольный, как у меня сейчас его сопнут, походу. Ладно, пофиг. Мне только один предмет выпал за все время. За предмет. У меня какой-то молот, что-то там, который у меня сперли только что, видимо. Да ему отстаньте. Он хороший орк, он никого не обижал сегодня. Ты и так у меня предмет украл, что-то больше вообще. Я не крал твой предмет. Меня бьет синий песок. Песок это сволочь. А, песок. Это ты. Я предмет не крал? Конечно. Ну правда. Ой-ой. Не его оставил? Нет, я вообще не видел. Драка. Блин, не очень тянут глазастый. Мне кажется. А, блин, это же А. Блин. А. Это же А. Понимаю. Блин, хилки кончились. Ну за что вы так не вовремя? О, левел-то вообще попёр. Или это Вадим пьёт с нами? Друг с другом подарились, ничего. Откуда левел? Хотя не знаю, вроде был пятый левел, а что-то все апнулось, а я все еще пятый левел, как-то вообще непонятно. Вообще не понимать. О, я могу здесь. Не, ну гидры получается, песок, а ты гидры убивал? Ну вот сейчас убиваю. Тогда непонятно. Ну, как бы я нашел много денег, я нашел обуз. Идет. Ты уже столько не нашел. Не, ну это первый обуз за мой жизнь. А, ну получается можно реально, если у тебя много денег, ты можешь очень много айтемов покупать. Покупать, а где? 700 крит. В магазине. Ну там такие айтемы, сомнительные. Цель, да, а за что фокусим? А это что, иллюзия что ли? Да. Лол, я тебе походу тогда иллюзию завалил, а что, у нее она это получает 100% что ли? Ну да, я так понял, да. А, ну прикольная иллюзия, конечно. Мне кажется, это перебор. Не, ну это как-то вообще жестко получается, блин. Так, а как пере... Следующая страница. Так, 750 неуязвимости. Сфор 6-го левела уже. Да, вот ты будто там... Хороший троллинг. Типа у нас такие бивать ребята в конфе 6-го левела. А в смысле, ты... где у меня? У меня никого 6-го не было. Нету левела. Кто? Посмотри, господи, найди. Пятый. У меня все пятые. Пятый. А, ну одна, один скелет 6-го, окей. Я хотел спросить, это типа у вас всего лишь 6-й и вы этим расстроены? Видимо, не нужно спрашивать. Нет, у меня всего пятый, и я этим горжусь. Понимаешь степень? Топор ярости. Мы тут этот всегдачом, всегдач. Давай, мир! Чё тут этот? Вон гидру забирай. Тут места всем хватит вообще. Да не, сейчас смотри, сейчас ещё приду тут на хлеб. Ой-ой-ой. Нет, я понял. Туда рано еще идти. Так, ну-ка. Блин, гидры выглядят страшнее, да, чем они есть на самом деле. Ну да. Есть такое. О, 6-й левел, А за 6-й левел ничего не апаешься, что ли, блин? Я не буду говорить, какой у меня левел. Пипец, песок, ты, блин, создателем карты чем-то непотребным занимался, что ли, я не знаю. Да. Ну а ты думаешь, как я его понимаю, с полуслова? Ну да, про тени, ты сразу понял. Блин, это что, дождор? Вот... У меня, короче, 10-й левел. Нифига себе даёшь. Ну, понятно. Баланс. Мне не хватает денег, чтобы сделать тир. Ну, тут ещё какой-то очень быстрый спаун. Я так понял, ты рассматривался на гидр банально, на таких, которые... Нет. На гидр я почти не ходил.
Ну, то есть я пошел на них уже, когда я был раскачан. Блин, а я не убил нифига. Ай, живите, пацаны. Ой, пипец вообще. Просто встретил песка, жил, все было хорошо. Встретил песка, до свидания. Пустите. Беги. Ой, лол какой-то. Иди сюда, сюда, иди, иди сюда, сюда, иди, иди сюда. Вот, 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 жертва, вот, вот. Жертва. Да там три юнита, господи, что ты? Я с ним до этого дрался. Нет, пятью героями тоже не писец, как удобно контролить. Мне кажется, можно было бы тремя юнитами вообще ограничиться. Или одним была бы дота. Вот, а вот есть же эти кабанчики, которые в два раза дороже. Вот, два кабанчика. Ну, так у людей их нету. Ну, как сказать, у нежити вообще нет кабанчиков, если чё. Ну вот, надо было играть не нежити. Без не, понятно, надо было играть орками, если у нас такой дисбаланс-то в развитии. Да ёпрст, ты опять этот песок вонючий, нафиг вообще. Почему этот абузер рядом со мной еще заспавнился? Еще окружает там что-то, ну ты потный. А зачем мне окружать, у меня стан есть. О, прикольно вообще. Передай привет автору. Секторь, я вынес нафиг и тебя, и его, короче. Я понял, да, орки балансные юниты. Нет, дело не в балансах орках. Конечно, собираешь... не в балансах, да. Нет, ты реально сейчас услышишь, ты со мной согласишься, но я должен... Я не хочу вам рассказывать этот опыт. Значит, игра просто сломается полностью. Дайте мне полностью. Ладно, я расскажу. Ребят, с каждой в центре есть слева сверху, кажется, снизу, да, справа снизу. Я нашел босса, он мне ваншотнул тролля моего с 500 хп. Пусть сейчас Шторм скажет, что там? Слева сверху, в центре, справа снизу есть эти штуки, в которых можно разведать. Там можно мгновенно резать героя за бесплатно. Ого. Фига, ну бля, давайте не юзать что ли на это ОП. У нас битвы просто будут бесконечные. А, так вот у тебя откуда герои появились, когда я убил тебя троих. Понятно. Я понял. Песок такой, давайте не юзать, у него там никто никогда в жизни не умрет в честных файтах. Нет, я лузал героев, как бы еще. Не, ну конечно, может есть босс какой-то на карте. Подожди, понимаешь? А видели, там мужички, у них есть сеты айтемов. Да, ну... Нет, это там просто надо рецепт, выбить, да? Сначала что-то, чтобы это получить. Ну и еще проблема с голдой. Голда, я так понял, вообще почти не нужна. Хочешь юзать эту штуку не будешь. Нет, голда на еще... айтемы, в смысле? Нет, голда на тиры. Мне вот сейчас не хватает голды как раз. Там нужно 32 тысячи, а это много. Нифига себе. Ну, к 10 тысячам, которые стоят крепость. Я крепость вот сейчас апаю. Вот еще после этого 32 тысячи. То есть, как... Деньги есть куда девать. Я понял, я пока тогда не буду даже крепость делать. Почему? Без трон крепость надо для Т5. Ну, просто, ну, пока мне не будет там хотя бы 20 тысяч сверху, смысл вообще. Так, кто там у меня гидры сидит? Чих, мариновачица ли? Нет, а я этому покупаю. Я понял, кто у меня гидры сидит, до свидания. Рад был познакомиться. Да. Хорошее знакомство было, до свидания. О, гидр сидит. Давай поговорим. Давай. У кого вы с ним отношения? Просто откуда ты такой увидел? Один пипец вообще. Не-не-не, босса я не убил. Ну, босс ваншотает как бы с одной атаки, так что. Блин, центр захвачен, ну зашибись теперь. Там по 50 голды в секунду уже капает. А 20. Это не мой центр, кто-то захватил другой. А, нифига еще кто-то другой захватил. А я не могу сквозь гидр пробраться. Многовато их там. Да это Сюда Шторм явно там обучил. Да нет, ты какой Сюда Шторм? Ладно, нет, я... Ну вообще, просто песок отвлекся к гидру, я сломал рудник, да. А на каком левеле ты гаща? Чё, я говорю ещё правду, он такой, не, это не я. Блин, ну я... Мне нужно оставаться... Ну что, нужно что-то сказать, а там уже не важно что. Слова, нам нужны слова. Это как обычно, да. Внимание, центр захвачен. Но это уже не я. А что дает, что центр захвачен? Он быстрее... Он дает голду по 20. Нет, я понимаю, что деньги не типа... Не, ну гидр убить профитнее, но вместе с рудником, конечно, еще лучше. О, топор вот ярости. Так, уже мне будут когда-нибудь два одинаковых предмета или нет, достану. Офигеть, ой-ой-ой, тут рядом песок. Паника. Это... Я только что получил тир 5, так что это не советую. Одна женщина, он еще тир 5. Да в смысле, ты с начала игры не советуешь, блин. Вообще монстр? Это вообще чер... А, ну понятно.
у меня у юнита 400... У меня у юнита 400 дамага, и при этом еще 3-кратный крит. Ну, у меня 400 хп там примерно у юнита. Понятно. Вот, как бы, да. Бля, может нет смысла реально гидра месить, пойти просто месить героев каких надо. Кроме самого клевого игрока на карте. По какой-то причине непонятной. А, песок идет просто эти, ломает. А у тебя база что-то хилится. А че? А как ты вообще так ломаешь? Видимо, башенки не справляются с последним тиром. Ну нет, там на самом деле я страдаю. Ну, у него юниты, я даже, ну я ничего не могу сделать, там это модельки нет. Да. У нас вторая есть яблоки в карте, ребят. Верни фолианты. Мои фолианты, ладно. Был в честном бою. Честный, блин, песок. Да, честный. Там. На четырем там? Да. Ну не надо, вот шедостром четырил и все равно слабый. Чуть уже 40 золота дается. Ну, а, ну все, я уже даже никого резкать не могу, у меня лимиты нет. Есть. А, то есть 5 лимиты еще. Ну, то есть, а мне главку сломал, все, я труп. Где 32 тысячи взять, я не понимаю. Да у меня 26 тысяч, блин. Ты читер поганый. Да, я всего лишь там и держал там половину центра. Да. Ну как знать. Ну что, ты половину центра держал, а против пускай все равно не помогло. Ой. Ну как еще, пофигу, там таверки у меня загрейзены, там 4-го левела, все. Ну таверки пипец, да. Ну, только ты тем не менее все убил. Я так подумал, на там... таверки. Надо, короче, таверки апнуть, я так подумал. Ну это, наверное, бесполезно. Героев потерял там и как бы и маны куча как бы потратил. Понятно, о, что капец. Как бы все равно снес. А я сдох. То есть я не скажу, что... Ай, блин, тут песок, ёшки-матрёшки. Ну да, ты мой рудник забрал. Ну... А где тут можно воскресить? Не знаю, кто забрал. А, я, кстати, не забрал. Да, ты прав, песок. Вадим забрал твой рудник, а я его рудник забрал. Да я ничего не забрал, я даже не успел забрать. Знаю. Я поскидываю на тебя вину. Чтобы он меня не бил. Да. Хотят жить, понимаешь, Вадим? Не, ну я там хотя бы хоть раз самый центр забрал, это уже хоть что-то. Я до сих пор еще 7-й уровень, я не понимаю, сколько надо рубить-то этих гидр. Не знаю. Ну много. Потому что я еле 10-й, а этот еще 11-й. Еле 10-й. Yes. Я? Ну я уж 12-й, 13-й, я не знаю. 12-й, 13-й. Откуда у тебя столько уровней? Он брал. Гидр как бешеный. А, я бил героя. Я уже убил героев кучу, мне пришли, посливали, ребята. Так, у меня 129, получается. Этот, атака. Жесткая а, разница с песком. Ну, у меня еще криты при этом. А, да, так песок вообще... взял изначально этих всех дальников. Что ты говоришь, ты там взял разных юнитов? Так нет, у меня разные дальники. Ну, как бы дальники. Ну, изначально у тебя все это одинаковые, одни и те же тролли и дальники, все. Ну да, дальше расходятся. Вот они там очень сильно расходятся. Ну, как бы, ну, блин, я еще, я говорил, что я не люблю контролить, я не люблю придумать. А, ты живой еще, что ли? Ну, тогда, спушить сложно. А, тут чья-то база. Ой, я понял. Я хотел точку взять, а тут база. При этом как еще песок героев терял в начале? Это скилл? Я потерял одного героя в начале. Из-за этого прокачался быстрее. Да. Я шучу. Блин, тут всегда еще ничего себе. Я думал, песок вообще на всей карте, но нет. Иногда есть какие-то другие точки. О, тут есть верк. Вадим, что за фигня? Ну, битва скелетов это что-то вообще. О, левел дали, найс. Ну у нас тут типа экшен, Вадим такой, я пошел за конем. Так я смотрю, конь пробегает. Я тогда всегда чу убил только иллюзию, блин. Не, ну получается, всегда че тоже нормальные чуваки, если у иллюзии 100% хп. Ну как песок опережает, я вообще не понимаю. А, тут точка песка. Наверное, лучше не злить песка и уходить отсюда. Я хочу жить, знаешь. Почему-то этот, некоторые точки 100, некоторые 50, они отличаются по... Вроде у всех по 4000 хп или нет? А мы еще под мурлоками деремся.
только сейчас понял. Ладно, это просто какая-то странная битва. Нормально. А и песок еще и 7 минут, в принципе, не качал обилку у этого, у героя главного. Это вы троллите. Ну, типа, там, она не очень полезная. Типа, мы победить. А, ну у тебя всего лишь это на скорость атаки. Аура. Ну, я догнал песка по инкому, мне это уже нравится. А сколько? Ой, ничего себе, сколько у вас там, миллион? Ну, мало. Рейтинг минус 3 у кого-то. А, у меня изменение рейтинга минус 2. Понятно. Не, ну это дичь со скелетом, если честно. О каких скелетах речь? О скелетных. А, вот где песок, оказывается, прыгает, я понял. А песок, здорово. Песок, пока. Песок, не ломай, прошу, песок. Песок, скажи мне. Закерено. Кстати, если сломать, и уплыть, то ты бы тут героем застрял. Да, ну не знаю, чем ты решил убить на всех героев. Ты мог сам с ними суицидиться, как бы там. Ну да, вариант. У меня, конечно, плохо получается, что вот три танка, может, поэтому я, типа, отстал. Ну, почему все остальные отстали? Ну, у меня тоже три танка было. Я подумал просто, что можно будет потом как-то разветвлять, но потом уже чисто взял танки. Привет, вот. Вадим. Кто-то есть. Мне нужны гидры. Мне тоже. Ты мне вообще не интересен. Ты бесплатный. Спасибо. За гидр он деньги дает. Ну знаешь, если тебя на опыт выбьют, посмотрим, насколько я буду бесплатный. Говори, я хотел бы, конечно, какой-нибудь айтем собрать, было бы прикольно. Ну там сложно очень, это пипец. Я так понимаю, мы солидарны в том, что песка мы рудник не трогаем, да? Ну я не знаю, его фиг убьешь, так а потом он сюда припрется еще. Ну конечно, да. я думаю, я что-то не иду, рудник мой, чё мне? Нет, не мой, нужно будет идти. Ну что, Вадим, будем пытаться драться на весу? Я понял, я сейчас, короче, приду, захвачу рудник. Иди захватывай. Тебя сейчас за штурм примем. Не знаю, мне вообще драться не хочется. Учитывая, что песок впереди, надо хоть как-то подкачаться. Надо подкачаться. Что в том во дворе тоже качают? Не то чтобы... Ну, не, ну у него терпять-то последний, типа. Я надеюсь, что когда-нибудь он упрется в потолок своего развития. Ну да, дальше пятого тира-то нет ничего. А там уже этот танки могут помочь. И хилеры. Не, учитывая, какой урон у этих троллей. Я танков плохо понимаю. Ну, нет, это танков. Ну, то есть, учитывая, что они... Пока танки до тебя дойдут, Вадим, у них они уже помирают. О, маск смерти второго левела, найс. Здрасте. Ну так ты там как раз один крит, все, это минус танк. Да шо вы ломаете все? Че, может, захватим? Живи. Ну вот. Надеюсь, это не иллюзию я сейчас убиваю. А и песок в основном как раз на гидрах в центре и на фарме. Я сам начал ломать. Так нет, он был 6-го левела, когда я 4-го, когда он в центр еще ни разу не ходил даже. Да, я нафармился ну, скорее. Ну, потом как раз вот основной там, когда у всех там 9-й, там максимум там 8-й, у него там 12-й, он как раз гидр. Так нафармился. Не, ну 12-й это да, но 4-й и 6-й это же просто колоссальное отличие. Ну, потому что у него было 5 ДДшеров, все. Ни одного танка, поэтому он быстрее. Так, мир. Я тут просто проходил мимо. Я так, все, ухожу. Не обузим. Ой. Обил какой-то штуки и пробегает, врезает и рыцарь. Да, в смысле не обузим. Это песок придумал, который не умирает никогда. И мы, конечно, не обузим. Хорошо, ладно. Вводим это санкции против песка. Те, кто не песок, могут использовать обуз. Ого, увеличение скорости атаки 40%. Не, ну айтемы вообще крутые, конечно. Мой патрус. Отлично, тут на полном класс. А, это тоже патрус. Ладно. А, ну то есть, потому что у тебя армора очень много, потому что огинщики. Поэтому ты танковал спокойно мою базу. И просто выхиливал. Понятно. Ну, Вадим, я остался не. Я пятый тир. Пятый тир, нифига ты даешь. Ну да, то есть ДДшеры... Разве что именно какими-то нюками именно убивать.
Да, наверное, нюки сильные, но реально, когда у юнита там 250 хп, то нюк на 150 дэмэдж, он, конечно, снижается там на 30%, но все равно. Блин, не могу я ничего подстилить у Вадима, но хотя бы он у меня не стилит. Ну да, так мне вообще, кажется, тут на всех хватит. Можно базу песка захватить? О, давай, короче, смотри, захватываем рудник песка, он приходит, а мы его из засады гасим. Или дан пол. У меня есть телепорт. Давай, ты захватил рудник. Рудник, давай. Разбирайся теперь с этим. Блин, песка третий играет по стене, да, что-то? Конечно. Ой, это был за лучший смерть. Мне не показалось. Мне кажется, просто песок там уже всех боссов убил, короче, стал 20-м уровнем. Вы понимаете, что Иллидан умер, а как бы после Иллидана... Кто идет? Вы. Вадим? Я не против 10 тысяч лет там не играю. Я надеюсь, что не мы идем за Иллиданом. А в смысле, ты убил Иллидана, это он сильнее голема в центре или что? Нет, по-моему, нет. Какого голема в центре? Ну, на голема я давно, конечно, смотрел, но, по-моему... Потому что был 1000 урона, блин. Там был целый данж, просто надо было собрать ключ, потом еще два ключа, потом еще. Я понял, у песка совсем другая игра. Да, я в WoW играю. Я не знаю, вопрос. А мы вообще нужны песку в этой игре? Где голем? Я хочу попробовать потекаться с големом. А, для фарма мы нужны ему, да? Ну да, я бы иначе не получил быстро уровень, спасибо. Ну да, как раз он там. Уже какой-то неуязвимый мурлок тут ходит, кстати, прикольно ему. Меня поубивал, Вадим поубивал, еще кого-то там поубивал. Что придумал? Мурлоки должны быть моими неуязвимыми, правильно? Не, ну, должны быть твоими, ладно, но неуязвимыми как-то жестко. Нормально. Так а получается, айтемы на сет это не покупается, то есть голда особо не нужна. Ну то есть сейчас я тебе 5 сделаю и все. Голда вообще не нужна, да. Блин, мне бы теперь накопить как-то денег, было бы круто. Может, пятером просто сломаем базу песка и все? Ну, думаешь, мы сможем? Я думаю, у нас есть шанс. Ну вот вы ломаете базу, я ломаю песка. У меня есть план, я придумал. Проблема в том, что он уже купил предмет, и сейчас он на одного крипа, по крайней мере, точно сильнее. Ну и опыт еще не будем считать, опыт. Одного крипа. Ну, я имею в виду, что, типа, у него а будет... Ты такой быстрый, блин? А что ты такой быстрый? Про меня? Ну, что он, конечно, скромняга, да, еще. На одного крипа, крит. Лады. Блин, а где вообще этот магазин найти? Офигеть, 17-й левел! Где ты там песка встретил, рассказывай? А он слева от центра. Ладно, сейчас я подготовлюсь к последней битве. Давай. Сломай его базу. Я финальную базу. Я не думаю, что я смогу сломать его базу, реально. Он просто тэпнется и сломает лицо. Надо и победить его армию. Какие-то у всех станы, походу, конь, живи. Санкции на песка все еще действуют. Он не может резать героя. Смотри, он этот вниз, снизу от центра. Герой вообще за эту хрень, который в центре. Короче, будет долго бить. Песок, выходи на бой. Давай, Шадошторм, ломай его полностью. О, а что ты за голем у песка? Что-то мне не хочется входить на бой. Пойдем. Я понял, до свидания. Рад был познакомиться. Слушай, что-то он слаб. Иллидан передает привет. У него сплэш. Сплэш 600 хаос атаки. Шторм, убивай его, давай тут без отмазок. Я потихонечку убиваю. Я пока свой рудник захвачу. Со временем я забыл. А почему? А, этот, все больше и больше голды. То есть сначала 20, а потом все больше и больше, что ли? Ну, на армию песка мне жопа, потому что он нападет правильно на моих юнитов, а они мне будут правильно стрелять. Давай, Шторм, просто мы все за тебя болеем. Я вот помогаю тебе как могу. Но песок не ожидал, что у меня сделали неуязвимости. Блин, только я не купил ее на дальнейку. Поэтому у меня проблема. Да, я, кстати, каждому купил зелень неуязвимости и положил в слот. Так, что делать-то? Надо что-то сделать, непонятно как, непонятно что делать. Единственный вариант это кушать плюс базу. Я не знаю, чтобы убить песка. И я вообще не могу понять, что надо сделать, чтобы победить. Реально базу снести? Ну так можно всем базой посносить. Подожди, пока можешь снести? Тут вроде бы даже союзы есть. Иди. Да, тут даже союзы есть, кстати. Братские орки. Нет, без союзов, насколько я помню. Сейчас, подожди, не мешай, мне айтем нужен. Блин, а где айтем-то? Сами бьют тебя. А вот, я нашел. О. Я купил всем, короче. Ай, блин, тут песок, блин, ёшки-мать. Ой, понятно. И ни при чем.
А, да пойдите ему под энзолами, да сломайте главку и все. Давай вместе просто, короче, на него. Давай сейчас я воскрешусь и пойдем. Как несправедливые сволочи просто. Сейчас, последний. Сейчас, подожди, так мне надо дойти до воскрешения. А где он, Шадо? На скольких часах? Вот он. В центре. Нет, в смысле базы его. Чем он умеет голема призывать на голову? Его нижний угол где-то там. Слушай, все, он, короче, не победим. Я принимаю поражение, я не знаю. Шадо Шторм, пойдем базу ему ломать, алло. Ну пойдем. Ну, вон пишет. А можно лево, лево на карте. Лево на карте база. Да, а, слева, да, просто слева. У него есть голем на 600 хаос атаки со сплэшом, 6600 жизней и куча брони. Блин, он опять приперся. Живи, пацаны. 6600 жизней, вот этот поворот. Ну да, голем немножко злой. Блин, слева снизу просто я там не смогу сломать песка, потому что там я. О. Что ж, Шторм, он еще бежит за мной, так что ты можешь пока ломать его базу. Где его база? Слева. Сверху, снизу, посередине? Слева, посередине. Ну, блин, я туда сбежал, это плохо. Убегаем. А, слева посередине, блин. Да, сейчас топится и сломает мне лицо, я уже чувствую. Короче, тупо раш базы, я не знаю. Он тэпается. Мне страшно. Фух, блин. Да, походу урки с критами по 1200 урона чуть круче ближних, в которых криты чуть послабее. Мама, беги. Он умер, Сергей. Надо толпой ломать базу, у него слишком сильные грейды на стены. Подраться? Давай. Блин, все... Ой, блин, он тут. Черт. Он дефает базу, гад. Странный вообще. Мы пытаемся победить общего врага, и Шахтарик такой, ну давай я побью тебе твоих пацанов. Я его вообще покарал за это. Я не пытался убивать песка, зачем мне это надо? Ты не знаю. Он играет справедливо, а не как ты. А, справедливо. Ты его можешь в два раза быстрее. Он просто под тебя подставится, чтобы ты его потом в конце последнем убил. Фишка в том, что 6-й левел, это же не в полтора раза больше опыта, а в два. Вот в этом вот еще фишка есть. Я вообще на самом деле играю пиором, что я очень надеюсь, что он вас несет скоро, и мы закончим. Ну я не. Скажи мне, где Wild Knight, и я. Да, это бой. А, нет, это а кто это глобой? А, типа попутал. Форса я уже убил. Ну вот я его видел, я его убил. А он. А, что он короче. Я уже давно убили, да. Нет у меня там, куда говорить. Справа, но ниже тебе. На 4 часах. Там ты 4 часа, я... 4 часа это сложно. Ну, да по-другому никак. Не думай об этом, не все об этом думать. Я понимаю. Так, блин, это кто тут дерется? Отстаньте. У меня есть этот, важное задание. Да это ты меня нападал, я тут предметы попадал. Шакитарик, я через него ушел, как я на тебя напал-то. Шакитарик, ты шаришь, как героев воскрешать быстро? Да. Не шарит он. Тебе нельзя, у тебя санкции. А где точка? Я не понял, где он? Блин, меня уже этот гад убивает. А, ну понятно. Мне нужны деньги, потому что без денег мне не победить сейчас этого призывателя хаоса. Блин, меня убивают. А я не могу песка найти. Подождите, он слева посередине неровно? Там же нету никого. Слева посередине, чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше, прям совсем чуть-чуть, на один лепесточек. О-о-о. То есть вот как от центра смотришь прям вот налево и чуть-чуть выше. Блин, ну он телепортнулся, ну зашибись. Ну солидарность, ты так понял, да? Ну, ладно. Что, давай он сейчас уйдет, и ты на него нападай, короче. Этим? Вы думаете, у меня телепорты закончатся или что? Да, не знаю. Что, давай, короче, этот, я предлагаю, смотрите, песок все равно суперсильный. Давайте, короче, этот, совместно на него нападем, неуязвимости. Не получится, ну, значит, как бы песок чемпион. Получится, ну, хоть какой-то экшен у нас получится. Блин. А, у меня не в том слоте был лайтом. То есть нормально сносится? Shadow Storm, давай, теперь твоя попытка. Понял, ты наехал что ли на него и он тебя отбил уже? Он меня отбил, да блин, у меня это неуязвимость на другом слоте была, и я не заюзал, а еще чат открыл. Я ему в чат. У меня примерно такая же проблема, у меня нет уязвимости вообще, мне надо убить. Ну слушай, я ему треть хп снес.
Ну, да, Вадим, ты понимаешь, что еще у главной базы есть, как бы, отремонтировать базу на 100%? Ой, ну все, я понял. А как, ну, там, когда ну, ремонтировать? Ну, даже так, 300 секунд, это очень много. Бессмертная гидра Шикитарика идет, мне все ломает. А как Vision получить, я не понял. Можно покупать глазики. Не, ну, типа, если ты, типа, ты гуфнулся. Постройте, ну, я реплей смотрю. Самое забавное, что меня снесли, но я взрывы юзать могу, если кто-то окажется в пределах видимости. Ладно, взорву мурлоков или вну, наверное. Я даже посмотреть не могу за боем, к сожалению. Ну-ка, войска, войск убито, сейчас посмотрим, насколько. Не, ну в принципе логично, почему песок так опережает, у него 752, а у Shadow Storm всего лишь 734. Ну, скажи, сколько героев убито. Не, ну героев-то понятно, потом. 56 у тебя, да. Жестко. Ну, фишка-то в том, что ты в два раза опережал по опыту еще до первых стрит... Ну, короче, ладно. Короче, песок сам делал эту карту, потому что, во-первых, он понял, что пишет создатель карты. Во-вторых, он в два раза опережал по опыту. В-третьих, посчитайте, сколько я раз сказал, опережал по опыту в этом видео. Я не знаю, что вы получите. Наверное... усталость. Полбазы песку мы сломали почти, нормально. Заслуженно, можно сдаваться. Да. Всем неуязвимую гидру в этом чатике. И пока.